Я думала, я уложусь там в 1, 2, 3 видео, а получается уже записала штук 10, и все еще есть о чем рассказать. Это просто уже какой-то... Короче, надо это нытье заканчивать. Хватит уже. В принципе, я уже все рассказала. Ну, еще раз говорю, очень много нерассказанного, конечно, осталось. Ладно, надо сейчас уже переходить к другой теме. Как я буду из всего этого выбираться? Как я буду выбираться из этой задницы? Вот так. Наверное, начну сейчас другое от видео записывать о том, какие надо будет составить какой-то план, придумать какие-то действия, по срокам как-то все это расписать, какие действия предпринимать, чтобы начать выкарабкиваться отсюда. Наверное, первое видео я попробую сделать на тему, как проанализировать свой капитал, который у вас есть, какой взять, то есть от чего отталкиваться будем, да? Начнем, то есть посчитаем все активы и пассивы, посчитаем все источники дохода, поговорим о том, как по какой схеме начать вот это все копить, скажем так. Про экономию говорить не хочу, надоела уже эта экономия с утра до вечера. Вот, лучше будем думать о том, как заработать. Ну вот, видите, про грустные видео получились, там первые видео получились грустными, поскольку надо все-таки это проработать. Пока я уже говорила, пока я это не проработаю в себе, у меня не получится так окрылиться и начать действовать. Когда человек падает на самое дно, надо наотталкиваться, чтобы подпрыгивать. Ну, короче, как-то так. Вот. Сейчас я пойду по делам, и надо заплатить госпошлину в суд. Вот так. Все. Давайте. Всем пока.